Широкий ряд социальных выплат проиндексирован в России на 7,4% с 1 февраля. Размер повышения определен постановлением правительства на основе данных Росстата об уровне инфляции прошлого года. Это уже вторая волна массовых повышений с начала года после проведенной в январе индексации пенсий и изменения прожиточного минимума, по которому рассчитываются многие социальные выплаты и меры поддержки. Почти у 14 тысяч жителей нашей автономии с 1 февраля увеличилась ежемесячная денежная выплата. Ее дополнительно к пенсии получают ветераны боевых действий, люди с инвалидностью, герои России, участники Великой Отечественной войны и ряд других категорий. Вместе с ежемесячной денежной выплатой социальный фонд индексирует входящую в него компенсацию набора соцуслуг, а также материнский капитал и выплаты на детей. Так, сумма маткапитала за первого ребенка выросла более чем на 43 тысячи и составит 630 308 рублей. А за рождение второго ребенка предусмотрена сумма на 57 300 рублей больше, чем в прошлом году. Такие семьи могут рассчитывать на выплату в размере более 800 тысяч рублей. Все эти социальные меры государственной поддержки будут проиндексированы в беззаявительном порядке. Поэтому гражданам не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления. Никита Натапов, Денис Листюхин, Новости 21.